Провести лето с пользой. В июле отряды ЖСУ-Ель приступили к работе в 12 лесничествах. Бороться с сорняками и порослью они будут в 9 районах области. Ольга Загоруйко побывала в Куйбышевском лесничестве и узнала, сколько может получить студент за свой труд на свежем воздухе. 12-й трудовой сезон в североказахстанском штабе ЖСУ-Ель начался еще в мае. Тогда бойцы работали на территории Петропавловска. Сейчас они трудятся в лесничествах области. Это 180 юношей и девушек в возрасте от 16 до 29 лет. Кстати, желающие все еще могут примкнуть к этим рядам. Сейчас в штабе принимают заявки на август. По нашей области в 2016 году запущено 435 человек на период с мая по октябрь месяц. Мы планируем создать порядка 30 отрядов ЖСУ-Ель. На финансирование программы ЖСУ-Ель в этом году выделено из республиканского бюджета порядка 8 миллионов тенге и из местного бюджета около 11 миллионов тенге. Все это деньги на финансирование заработной платы бойцов. В Куйбышевском лесничестве выращивают саженцы. Эти сосны посадили 2 года назад. Наталья Федоскина пропалывает грядки. Говорит, работа ей нравится. Да и отряд попался дружный, все примерно одного возраста. Учусь в Омске, в институте сервиса. Работаю здесь первый раз, приехала домой, ну, на каникулы, и решила поработать. Режим работы, ну, работаем с 9 утра и до 6 вечера. Всего в этом лесничестве работают 35 бойцов. В первые дни они занимаются прополкой и облагораживают территорию. Но больше всего ребята ждут поездки в лес. План работы для них уже составлен. Занимается поливом. Есть на Вороньем острове школьное отделение сосны. Там тоже прополкой занимается. Потом занимается у нас противопожарное обрезание нижних ветвей, хвойных пород. И очень большой объем они делают. И также занимается у нас очисткой противопожарных разрывов. Работы, в общем, много у нас. В месяц за работу бойцы получают по 45 тысяч тенге. Самых трудолюбивых и активных ЖСУ-Елевцев по окончании сезона ждут грамоты и ценные подарки. Ольга Загоруйко, Михаил Казначеев, новости МТРК.